Всем привет, с вами Артём, вы смотрите AblackTube. Сегодня я расскажу вам о jailbreak твике под названием iTransmission, который позволяет скачивать торренты на iDevices. Для тех, кто смотрит наш канал недавно, я скажу, что делать это можно на устройствах и без jailbreak. Ищите ссылку на данное видео в описании под этим роликом. Итак, вернемся к настройкам iTransmission 4. В них можно указать параметры соединения, а также скачивания. Последняя опция позволяет устройству во время включенного приложения не уходить в спящий режим, то есть загрузка не остановится. Добавлять торренты в приложение можно несколькими способами. Во-первых, есть встроенный веб-клиент, который позволяет найти и скачать нужный файл. Кроме этого, есть возможность вставлять магнет-ссылки. Ну а вообще, проще всего пользоваться стандартным браузером в Safari, найти в нем любой интересующий вас торрент и открыть через iTransmission. После этого начнется скачивание нужного вам файла. Ниже в приложении вы можете управлять параметрами загрузки и отдачи, а также ограничивать скорость. Кроме этого, в основном меню приложения можно управлять сразу несколькими загружаемыми файлами. Можно приостановить скачивание, возобновить его, а также удалить докачанные и недокачанные загрузки. Для более детальной информации нажмите на соответствующий торрент-файл. Вы увидите все данные о нем. В самом низу этого раздела будет пункт, в котором находятся все файлы, которые скачиваются по данному торренту. Ниже есть пункт меню, который позволяет открыть данные загрузки в файловом менеджере iFile. Конечно же, если он установлен на вашем iDevice. Итак, когда загрузка завершена, вы можете перейти по данному адресу в файловом менеджере и сделать с файлами все, что вам необходимо, либо открыть меню, из которого можно передать эти файлы в любое установленное на вашем устройстве приложение. Например, если вы будете загружать видеоролики, то в этом меню будут отображены все ваши видеоплееры, через которые вы в дальнейшем сможете просмотреть их. Из меню удаления торрента есть возможность выбрать, удалить сам торрент файл или удалить его вместе с загрузками. Обратите внимание, если устройство переходит в спящий режим через определенный промежуток времени, скачивание приостанавливается. Так что для полноценной загрузки необходимо постоянное включенное устройство. Jailbreak Twig iTransmission 4 доступен в стандартном репозитории Cydia Big Boss бесплатно. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на наш канал. С вами был Артём, специально для AblackTube. Пока!